It's the morning show on Radio Vesti in Kiev, Ukraine. Утро Павла Шеремета. But the presenter hasn't arrived yet. Ранок поки що розпочинається без Павла Шеремета. Він десь до нас у дорозі вже летить, щоб зустріти цей день разом з вами. Павел Шеремет never made it. Just a few meters from his house, a bomb exploded in his car. Ми перерваємося на прямий. Срочное сообщение. В среду утром в результате взрыва машины погиб журналист Павел Шеремет. По информации издания «Украинская правда», машина взорвалась. An ambulance was quickly on the scene, but Шеремет never had a chance. Police investigators say CCTV video showed a woman putting something under the car the night before and that she had an accomplice. But one year on, police still have not identified the suspects. This is an extract from a film made by Ukrainian investigative journalists. They examined hours of CCTV footage and have grave doubts about the official investigation. Это либо полный провал профессионализма и некомпетентность, что печально, либо другой вариант ответа, он еще печальнее. Это возможное нежелание и какие-то политические препятствия, возможное давление, которое оказывается на национальную полицию с тем, чтобы она не расследовала это дело. Это политическое убийство с определенной целью устранить значимого, известного и авторитетного журналиста. Поехали. Шеремет was considered one of the most distinguished journalists of his generation. His career spanned newspapers, radio, TV and documentary work in three former Soviet republics. Я родился и вырос в городе Минске, и по образованию я банкир. Совершенно случайно стал журналистом. Уже 25 лет я занимаюсь журналистикой, и ни одного дня не пожалел об этом. Он был бы очень хорошим банкиром, это правда. Но он мне сказал: «Мама, да не люблю я это считать деньги, ну не люблю я, мне нужна свобода». Шеремет's first job as a TV reporter was in the Minsk bureau of Russia's state-run television channel ORT in the mid-1990s. It was a turbulent time. Belarusian police were violently suppressing protests by opponents of President Alexander Lukashenko. Sheremet's reporting soon landed him at the center of an international scandal. Эти кадры, когда Павел перешел границу демонстративно в эфире для того, чтобы показать, что белорусско-литовская граница дырявая. Знаете, вот эти кадры, я помню, они просто у всех, кто смотрел, особенно у коллег, вызвали просто вот ощущение мурашек по телу, потому что стало ясно, что-то за этим последует. То есть, знаете, это как прыгнуть в бездну в эфире перед камерой. After the report, Шеремет and his cameraman were arrested for illegally crossing the border. In response, Russia refused to allow President Lukashenko to fly across its airspace. Russian President Boris Yeltsin gave an ultimatum to Lukashenko. Soon afterwards, both men were given suspended sentences and released. In the late 90s, Шеремет moved to Moscow and became an anchor of a weekly political analysis show on Channel 1. Вот на ваш взгляд, готов ли сам Путин? He quit after about a year and later told young journalists that this period was a stain on his reputation. Я же хочу дружить с президентами. Я же хочу быть вот тоже рядом. Медаль мне дадут какую-нибудь. Но совесть медалью-то ты не заменишь. Ситуация была именно такой. Или ты остаешься на Первом канале и не позволяешь себе резких заявлений в адрес политики руководства страны, или же ты уходишь, и ты свободен. Ситуация, после которой Паша уже ушел, была связана именно с его высказыванием именно по поводу Михаила Ходорковского, где он достаточно резко отозвался о президенте Путине. In 2014, Шеремет moved again to Kiev.
Here too, he was critical of the authorities and unafraid to ask hard questions, even of Ukraine's president. А слухи про Бойко и про Ахметова, губернатор один, другой, это все несенитница или Кремль настаивает? Слушай, нет, Кремль, я думаю, что Кремль против, я думаю. Sheremet had a range of jobs in Kiev. At one point, he anchored a show on the independent channel TVI. Спасибо большое. У нас в эфире был лидер российской оппозиции Борис Немцов, который уносит из нашей студии наши прекрасные часы с супермеханизмом. Господи, сколько же осталось ему минут жить-то? Немцов's time was also running out. In February 2015, he was shot in the back, just meters from the Kremlin. The following year, Pavel Sheremet was killed in Kiev. Ukrainian police have not even said how many suspects there are or what the motive may have been. Для президента дело Паши закончилось днем похорон. Как человек он сделал то, что мог, пришел на похороны. Как президент он не сделал то, что он должен был сделать. Он не отслеживал это следствие в дальнейшем. A report by the Committee to Protect Journalists says that Ukrainian security agencies have blamed one another for destroying crucial video evidence. It was written by RFERL correspondent Christopher Miller. Dozens of people, including Pavel's family, friends, and journalist colleagues, with whom I spoke for this report, blamed authorities' incompetence, negligence, or sabotage, or a combination of all three. Over the course of his career, Sheremet's reporting antagonized many powerful people. A year after his killing, there are many theories about who might have wanted him dead, but few good answers.